Эти подарки существенно облегчат жизнь. На новеньких авто уехали сегодня с торжества 16 человек. Ключи вручили татарстанцам, получившим травмы на производстве. Сесть за руль удалось благодаря программе социальной реабилитации. Эта семерка поедет сегодня в Апастовский район. Ее владелец Асхат Садриев получил инвалидность в 99 году. С тех пор он плохо ходит, поэтому машина для него не роскошь, а средство передвижения. Ходить вообще тяжело. Очень даже мне нужна эта машина. Для Асхата Хатыповича это не первый автомобиль по программе социальной реабилитации. АК, полученная 8 лет назад, уже исчерпала свой ресурс. В этом году повторно взамен старых окушек новое авто получили 23 человека. Автомобиль вручается на 7 лет, и по истечению этого срока следует замена. Вот в этом году есть уже и такие автомобили. Если ранее, до 2009 года, это был автомобиль АК, то в этом году это автомобиль «Лада». За 10 лет фонд социального страхования обеспечил автомобилями почти 400 человек. По словам помощника президента Татарстана по социальным вопросам Татьяны Ларионовой, очереди на машины нет. Все, кому положены транспортные средства, их своевременно получают. Дарья Турцева и Равкат Зайдинов. Вести, Татарстан.